електронний квартет «Каприз Класік» чарує своїх глядачів вже більше 20 років. Його засновниця і керівник, лауреат міжнародних конкурсів, а тепер ще й засновниця і режисер театру «Молода опера» Леоніла Мерцанова. Як і музика, життя Леоніли багатогранне і цікаве. У стилі «Каприз». Когда уже что-то реализую, немножко успокаиваюсь, и вдруг начинаю замечать вокруг любимых людей и с ними общаться, и вдруг потом на меня опять приходит какая-то идея, и я опять начинаю все снова. Вот, и пока, то есть счастье наступает только в момент того, когда реализуется проект. Когда начинается новый проект, опять беспокойство. И вот, такие, вот такими волнами как бы я существую. Вона енергійна людина, вона має вищу музичну освіту, вона ініціативна творчо. І взагалі, я скажу так, справжній талант не буває однобічним. Вона займалася, альтістка, скрипалька, значить, займалася як виконавець на альті. Далі вона проініціювала і створила такий оригінальний, я сказав би, склад струнного квартету. І оригінальний в тім, що це були одні дівчата. Їм треба було відшукувати свій напрямок роботи. Це, перш за все, торкалося репертуару. Вони вже давно знайшли свою нішу творчу, так би мовити, і користуються і повагою слухачів. Квартета «Каприз Классик», тогда он назывался еще «Каприз Плюс», произошло в консерватории. И мы с моей подругой Инной, Инессой, сейчас она Асия Ахат, создали женский струнный квартет «Каприз Классик». Наши юношеские мечты покорить Париж, покорить Ниццу, Францию не давали нам покоя. И так случилось. И мы оказались во Франции, в прекрасном месте. Мы целый месяц учились в музыкальной академии у всемирно известного скрипача Филиппа Брида. Там познакомились с друзьями. Они говорят, а чего вы живете на свою стипендию? Есть такая тема классная. Садитесь на улице Массена и начинаете играть у фонтана. Мы, да нет, ну как это, мы не можем. Но все-таки они нас уговорили. И мы квартетом разложили футляр, сели со своими пюпитрами и начали играть Моцарта. И вдруг потрясающее чудо. Вокруг нас собрались куча туристов, куча французов. Все стоят в восторге. Моцарт, Моцарт. Они все его знают. И мы уже вдохновенно продолжаем играть. И тут в нам полетели эти франки. Люди были в восторге. Что меня тогда поразило? Что обычный человек знает классическую музыку. Как бы не просто какой-то концерт, вот, а обычный прохожий. Вот он говорит, да, это Моцарт. Еще и называл, по-моему, какая часть и какое произведение. Вот это было очень удивительно. Мы месяц жили в Париже и участвовали там на конкурсе Пьера Лантье, вторую премию взяли. И вот эти вот концерты, друзья, выставки художественной галереи. И мне казалось тогда, да, действительно, что другая жизнь, другая планета. Но через месяц у нас наступила ностальгия. Я впервые поняла, что это такое. Особенно, когда мы у Мишеля Розию сыграли Скорика мелодию. Мы рыдали сами, и рыдала вся публика. Я поняла, что такое ностальгия. Мы скорее сталкивались как артистические личности. Ребята сразу же прониклись энтузиазмом, когда увидели этот замечательный квартет. Тут же расписали струнные партии, естественно, обращались за помощью к девочкам, потому что все штрихи не упомнишь, все нюансы этого мастерства, великого мастерства игры на
струнных инструментах до конца невозможно, наверное, постичь никому и никогда. Но было замечательно, и была интересная трактовка известных произведений рокового жанра с колоритом симфонической академической музыки. Зустріч, мабуть, була ще в училищі Глієра, там, де я викладав, а Леона ще вчилась, але ми тоді не були знайомі. Потім прочитав в якомусь журналі, що про квартет «Капріз Класік», дуже цікава мені була ця інформація. І потім ми познайомились на зйомках в передачі «35 хвилин джазу». І потім ми виступали разом в філармонії декілька разів. Класична школа, вона якось, там немає свінгу, немає цього поняття свінг. Тобто в джазі це є. І взагалі весь джаз – це свінг. Що час працює в джазі по-одному, в класичній музиці – по-іншому зовсім. І це дуже важливо якось прийти до одного і зробити це разом на сцені. В развитии квартета было много разных этапов. Скажем так, от классического репертуара становления, там и Шостакович, Рахманинов, Чайковский, так, ну, как бы в моей природе этого было мало, я насыщалась вот этой красотой, и в один прекрасный момент я открыла для себя музыку Астора Пьяццоллы. Это, конечно, нечто невероятное ощущение, когда ты попадаешь в его мир. И в 2003 году вот мы с Алексеем создали такой концерт необычный здесь, вот в колонном зале «Танго свободы».
создали серию концертов, посвященных Астору Пьяццолле, и такой финал, апогей нашего сотрудничества, это был фестиваль «Астерфест 2009», полностью посвящен музыке Астора Пьяццоллы, в котором участвовало 70 человек из разных стран, и я впервые сюда привезла инструмент «Банданеон». Это, на нем играл Александр Митинев, это такой инструмент, на котором играл сам Пьяццолла. Так сложилась судьба, что одна великая женщина, Аглая Козловская, моя подруга, ушла из этой жизни недавно. Она занималась благотворительностью во всем мире. Была связана с детьми, с культурой. Она очень много сделала для нашей страны. И когда она уходила, буквально за последний год своей жизни, она организовала со своим другом, очень известным политиком из Италии, Массимо Рестиво, благотворительный фонд «Объединенная планета». Аглаечка сказала Массимо, что когда ее не будет, то всем по культуре буду заниматься я. И Массимо мне это все предложил. Я испугалась немножко, но мы сейчас с ним разрабатываем... Ну, он, у него весь его фонд находится при ООН. Это международная организация, которая занимается благотворительностью во всем мире и культурой в том числе. И я буду возглавлять художественное направление этого фонда. У нас есть проект с Леонилой и наша надежда, чтобы помочь талантами из организации Леонилы и с ее музыкантами, с ее артистами, певцами, чтобы помочь этому проекту. Проект, который объединяет два народа. По мнению Аглаи, два народа, которые самые лучшие в мире. Италия и Украина. Есть очень много талантливых людей, которых нужно поддерживать. И как-то я считаю, что общество очень правильно делает благотворительных программ, поддерживая слабых. Но я предлагаю поддерживать сильных, потому что сильные люди тоже очень нуждаются в поддержке. Они пробиваются, они идут сквозь какие-то препятствия, и они просто изматываются и, может быть, просто ломаются на каком-то периоде. И когда просто сильного человека поддержать, он станет более сильным, более успешным, он просто с радостью станет благотворительностью заниматься, чистого сердца от избытка. Вот, он просто, вот я вот как бы стою еще на таких позициях. Ты сильная женщина. Я такая разная, как бы бывает очень слабая, но бывает очень сильная. Потому что для того, чтобы развивать в себе какую-то вот целеустремленность, я занимаюсь разными видами силового спорта. Я занимаюсь, как ни странно, вот бокс – мое любимое сейчас занятие, в котором я выплескиваю, скажем так, может быть, накопившиеся какие-то эмоции, которые я не могу реализовать. Вот. Я люблю очень летать. Моя мечта уже там парашют и так далее, это вот скоро будет.
Я люблю заниматься рукопашным стилем. Такой спорт, боевой вид искусства, в котором есть такой известный тренер Александр Максимцов. Во всем мире он сейчас преподает рукопашный стиль. И я занималась несколько лет в его группах и вела заодно бойцам актерское мастерство. То есть это удивительный такой вот был практика такая, общение с людьми силовых таких структур. Он сам у нас Максимцов, полковник. Да, мне очень интересно вот такой мир силовых людей. Вот, потому что музыка, она, наверное, это из другого мира, но мы живем на этой земле, где все не так просто. И чтобы остаться самим собой, нужно быть сильным человеком. Были очень трагические события, и вот чтобы не упасть в пропасть, я шла в горы. Я поднималась на... преодолевала там вершины, начиная там 200-300 метров. Мангуб-Кале, потом Близнецы, все это мои как бы достижения вскарабкивания на горы с Еленой Звездовской, которая моя подруга. Мы искали, ищем до сих пор места силы по всей земле, как бы, вот пока изучаем Украину, где находятся эти места силы, туда появляемся и напитываемся вот какой-то космической силой для того, чтобы жить дальше. Как раз организовывали летом тур по местам силы и красоты украинских Карпат. И группа была уже практически сформирована. И тут открывается дверь, и заходит такая мадам на таких каблуках, в шикарном платье, с макияжем, и говорит: «Я хочу с вами поехать в Карпаты». Первая у меня была мысль: «Господи, как же она на этих каблуках, и как она вот при таких вот своих красотах будет по горам прыгать?» Взяли мы с собой Леонилу, и вы знаете, не пожалели. Леонила была просто заводилой во всех наших походах. Она мужественно переносила тяготы путешествия, а была жара, был снег с градом, когда мы ехали на Драгобрате по перевалу на открытой машине. И Леонила пела, смеялась и действительно вдохновляла еще и других. И я думаю, что именно вот такие походы по таким красивым местам, которые еще делятся своей энергией, в таких местах, а их на Украине очень много, идет поток очень мощной, здоровой энергетики. И люди, попадая туда, открывают себя заново. Они начинают, скажем, ярче творить. И я была осенью и зимой на концертах Леонилы и на ее спектаклях, ее коллектива «Молодая опера». Я вам скажу, это великолепно. Я действительно хочу «Молодую оперу» привлекать к своим хобби. Потому что развитие музыканта, оно должно быть, развитие артиста должно быть разносторонним. Безглуздо сидят, а самим сидите вдома. Друзі, квартал латвинский мы бедем. Не сможем добре там. Молодой опере 1,5 года, в общем, я считаю, что она гораздо, ну, около 2 лет. Открыли звезды. Мы приводим и показываем наши замечательные голоса. Это алмазы, которые мы обрабатываем в бриллианты. И сейчас уже у нас в труппе вот шикарные голоса. Это сопрано колоратурная Юлия Меркудинова, которая в Розине, у нас есть видео, где она берет фа 3-й октавы. Thank you.
якось прийшла Льона, значить, у цей кабінет і спитала, чи я б могла б взагалі поступати і вчитися у вас, значить, професії режисури музичного театру. Саме на цю найскладнішу професію всіх театральних професій музичний режисер, режисер музичного театру, і треба набирати. І безсумно сказала, Льона, давай вступай на цей факультет у Національну музичну академію. І ми не помилилися. Вона не перервала з роботою і керівництвом квартетами, у них багато виступів було. І паралельно вчилася режисурі. Вона потрапила до викладача, режисера кафедри оперної підготовки, народної артистки країни Ірини Даць. Льони не легкий характер. Це людина, яка керувала довгий час колективом. І знаєте, цей командний такий трошки запал, він залишився в ній. Тому не можу сказати, що от вона була дуже легкою студенткою. Деякі педагоги на кафедрі з самого початку навіть говорили, щоб я відмовилася від такої студентки. Але наскільки людина ця творча, наскільки мені дійсно було цікаво оця співпраця. На етапі навчання ставила і уривки з Дон Жуана, далі повністю поставила Сивільського цирюльника і прекрасно показала четвертий акт опери «Богема» «Славетній вітальні» Івана Козловського. Тобто вона набувала не тільки теоретичних, технологічних знань професії, але й практичних. В неї були помилки, вона щось робила не так, але тим не менше вона ніколи не здавалася, вона ніколи не казала, що ні, це нереально. Іриночка Вільямівна, а давайте зробимо так, а оце вийде чи не вийде? Знаєте, співпраця. І це настільки цікаво було, що певною мірою ми, скажу, стали колегами. Тому що навіть в філармонійній творчості мене Льона залучала до своїх концертів. Це було достойно, в першу чергу достойно за організацією. Вона зуміла зацікавити молодь, вона зуміла виявити їх таланти. І ще треба сказати, що вона вміє от якось, знаєте, не просто навкруг себе от залучати цих людей, зацікавлювати і залишати на своїй орбіті. От починаючи, її чоловік Олексій Кругліков, він був її в одному руслі теж з нею. Розумієте, це так важливо, щоб поряд з тобою був однодумець і була людина, яка повністю в твоєму руслі. Познайомилися ще в училищі, ми в одного викладача займалися, і якось так воно проходило, а потім в нас був симфонічний оркестр, ну така симфонічний оркестр, да? Я сидів на першому пульті альтіва, вона на другому. В неї були великі окуляри, я чомусь часто повертався назад, щось мене повертало тут. І запам'ятав оці великі окуляри і очі, такі за великого альта. Да? Вона взагалі маленька, тоді в неї був такий оченький альт. Ну і так воно якось доповертався. Ми знайшли друг друга, це чоловік творчий, ми з ним давно дуже прямо знайомі, у нас там такий волшебний роман з юності, і ми зараз вдвоєм ведемо направлення молодіжного театру, антрепризи, молода опера. Вона ідеальний організатор, це точно, ідеальний. І якось отак у нас зараз в молодій опері, да, все доповнюється, і підібрались люди практично, як пазли підходять один до одного. Да? Тому що вона перебирає на себе дуже, дуже багато організаторських моментів, які б, ну, власне кажучи, якби я ж цим займався, то, ну, не знаю, мабуть, проблеми були б. А так все добре.
Я пришла в музыку очень часто, в 6 лет там, или в 5 я импровизировала дома на рояле, закрывалась. Родители так к этому странно относились. Ну, не трогали меня, я просто сидела и играла какие-то импровизации. Я не знаю, откуда они ко мне приходили. И мама говорит, ну, надо повезти ее в музыкальную школу. Она что-то там играет на рояле. Я прихожу в музыкальную школу, мне проверили слух, говорят, все отлично. Ты на чем будешь играть, на фортепиано или на скрипке? Я говорю, на фортепиано я уже умею. Теперь мне нужна скрипка. Вот так вот было. Самая большая мечта была играть внутри музыки. И я 5 лет проработала в Днепропетровском симфоническом оркестре. Когда я попала туда, вот это было волшебство. Я насытилась опытом, этой красотой, и я поняла, что я хочу другого. Я поняла, что я хочу квартет. Потом я создала квартет. Вот, и реализовала вот его по вот такой программе разнообразия. И когда насытилась я квартетом, я поняла, что я хочу музыкальный театр. И вот этот, как бы я считаю, что жизнь в стиле каприз, вот, наверное, она вот так и состоит, что каждый раз я что-то хочу, и вдруг я начинаю это реализовать, и оно сбывается.